Здравствуйте, уважаемые друзья! Наконец-то я получил новый телефон своего старичка Умидиги C2. Решил заменить на F2. Все-таки 6 оперативки и 128 памяти. Это плюс. Так, вот. Пришла коробочка красивая. Все аккуратненько. Это благодарственное письмо от братьев-китайцев. Зарядка, скрепка, инструкция на китайском. Так, ну и рекламная пленочка. Отставляем в сторонку сразу это все. Так, и выписал бронированное стекло сразу. Но бронированное стекло, здесь была акция, прислали сразу два. Видите, два стеклышка, две протирки, две жидкости для наклейки краешков. Сейчас попробуем наклеить бронированное стекло. Так, для этого нам пригодится а-ля кредитная карточка, скотч, посмотрим, как будет сложно попасть, ну и сам телефон. Так, сейчас наведем резкость. Так, бронированное стекло достаем одно. И дальше происходит просто шок со мной. Стекло оказывается меньше телефона. Пошел разбираться. Проблема решена. Не ту коробочку вскрыл. Там была пленка от C2. Вот, открываем посылочку прям. Видим вот такой вот наборчик. Ох, даже три салфеточки. Три салфеточки. Так, и два стеклышка. О, красота! Я еще один телефон выписал, так что будет очень хорошо. Так, два стеклышка для F2. Все правильно. Так, в каком состоянии они? Так, вот. Вот так вот они пришли. Все очень красиво. Вот. 9H, Full Glass, то есть полностью якобы должен приклеиться. Да, солидно, очень прилично выглядит. Так, ну что ж, начнем. Давайте первый попробуем без дополнительного клея. Хотя вот жидкость для наклейки у меня от C2 есть. Но раз здесь обещается полное приклеивание, как вы видите, вот. Сейчас я резкость наведу. Штатив качается. Так что поверим производителям. Так. Снимаем с девственно чистого телефона чехол. Родной чехольчик, очень такой тугой, хороший. Так, задняя пленочка, видите, все расписано здесь. Одна камера 5 мегапикселей, потом 48, опять 5, 13 мегапикселей. Здесь написано, что куда вставлять. Здесь можно две карточки и дополнительную флешку. А здесь сканер отпечатка совмещен вот с кнопкой включения. Интересная что функция. Так, ну вот это вот мы... Я пленку пока заднюю снимать не буду. Вот так вот обрежу хвостик.
чтобы не мешался он клеить переднее. Оп. Пардон. Аккуратно снимаем пленочку и внимательно осматриваем телефончик. Так, под всеми углами, на свет. Слава богу, пыли пока нет. Но наклеена пленка. Наклеена пленка, которую нам предстоит снять. Пленочка наклеена, конечно, хорошо, качественно, но снимать ее все равно надо. Только очень аккуратно, чтобы не поцарапать экран. Вот она отлично снимается. И пока все чисто и аккуратно, начинаем клеить стекло. Так, вот так вот кладем ровненько и аккуратненько положили и смотрим на вот это вот волшебство, которое сейчас случится. Резкость навожу. Видите? Вот так вот происходит процесс приклеивания. А края все равно надо будет. Берем карточку. И разравниваем. Производители рекомендуют несколько часов потом не заряжать даже телефон. То есть, чтобы он не грелся. И только после этого происходит полная адгезия защитного стекла бронированного к экрану. Вот как вот так получается. Вот так вот получается. Надеюсь, что второе стекло приклеится лучше и быстрее, чем первое. Друзья, пришел мой долгожданный новый телефон. У меня модель F2. Давно я его хотел себе получить взамен своему Umidigi C2. Здесь все-таки 6 гигабайт оперативки и 128 гигабайт основной памяти. В комплекте, как всегда, благодарственное письмо, скрепка,
сам аппарат с наклеенной пленочкой уже в чехле, шнур, зарядка, ну, стандартная комплектация. Значит, хочу обратить внимание, вот сейчас чехол сниму. Здесь вот видите, хвостик торчит. На задней поверхности у нас тоже наклеена пленочка, потому что она сделана а-ля под стекло. Вот видите, здесь все инструкции расписаны, где какие камеры. Вот 5 мегапикселей, 48 мегапикселей, 5 мегапикселей макрокамера, вот эта маленькая, и 13 мегапикселей аквад камера. Не знаю, что это такое, но посмотрим. Так, ну здесь инструкция, как вставлять симки, две симки microSD и напоминалка, что кнопка включения совмещена со сканером отпечатков пальца. Вот такой вот телефончик. Так, стекло пришло. Ох, здесь и жидкости, и салфеток куча. Продавец не поскупился, молодец. Стекло вот такое. Вот сейчас покажу. Вот видите, 9H. Full Glue Glass. То есть якобы должно клеиться само, но рисковать не будем. Лучше все-таки жидкость по краешкам используем. Так, что нам здесь мешает? Ну, вот этот хвостик будет мешать, наверное. Мы его сразу сейчас отрежем. Так. Сейчас вот так вот сделаем. Так, ну, телефон новый, так что протирать ничего не надо. Будем сразу его клеить. Так. Жидкость, конечно, они экономно отливают. Вот так вот щелкаем, чтобы она вниз слилась вся. И только потом вот таким образом наискосок вот так вот отрезаем. И откладываем пока в сторону, она не нужна. Так, теперь, видите, брызнуло чуть-чуть. Ну, это пленка. Значит, снимаем защитную пленку. Так, и смотрим. Да, вот видно. Видите, здесь наклеена уже пленка защитная. Ее надо снять аккуратно. К сожалению, маникюр не позволяет. Вот видите, наклеено чуть-чуть с брачком. Ну, это ладно. Берем ножичек и аккуратно, чтобы не повредить само стекло. Вот, видите, вот достаточно подковырнуть. Все. Пленка снялась. Поверхность идеально чистая. Пока поверхность чистая, мы, не торопясь, аккуратно, чтобы не деформировать само стекло, отклеиваем от основания. Но предварительно давайте смочим краешки вот этой волшебной жидкости. Волшебного, конечно, ничего в этой жидкости нет. Здесь спиртоводяной раствор. Но экран ложится лучше. Вот. Аккуратненько, не торопясь, потому что стеклышко боится резких изгибов. Ударов не боится, а изгибов боится. Вот так вот. И аккуратно кладем. Берем увеличительное стекло, видим, что чуть-чуть сместили, центрируем его,
Так. И с этой стороны жидкость тема хороша, что дает возможность отцентровать наше стеклышко идеально. Так. Так, вверх и вниз еще проверим. Так, чуть-чуть вверх. Чуть-чуть вверх. Штатив качается, извините. Вот, видите, пошел процесс вклейки. Так, лишний воздух вот так аккуратно карточкой. Не торопясь, самое главное, медленно. Спешить не надо. Спешить не надо. Оставшиеся белые разводы, которые останутся после вклейки, уходят где-то, ну, в течение дня они уйдут. То есть несколько часов надо, чтобы все приклеилось как положено. Все, вклеили. И теперь ждем завершения адгезии полной. Вот так вот. Видите, чуть-чуть пальцы измазал. Но так как телефоны новые, намного легче вклеивать. Никакой пыли, все чисто. Самое главное, быстро. Все быстро и четко сделать. Итак, прошли сутки после высыхания. Но сейчас показывать близко не буду, потому что стояли на балконе, запылились чуть-чуть. Сейчас мы протрем их. Вот что получилось. Это первый. Это второй. Косячок маленький есть. Сейчас покажу. Вот пятнышко. Вот. Ну, это мелочь. На общем фоне не видно. Всего доброго. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.